Друзья, ассаламу алейкум, всех приветствую. Сегодня мы с вами познакомимся и выучим несколько часто используемых арабских выражений и фраз на сегодняшний день. Возможно, некоторые из этих фраз помогут вам при просмотре или прослушивании арабских новостей, поэтому берите ручки, тетрадки, записывайте эти фразы и заучивайте их. Поехали! Коронавирус. Файрус куруна. Файрус куруна. Согласно первичным анализам, это не коронавирус. Хасаб ат-тахалиль аль-мабдаия, хаза ляйса файрус куруна. Хасаб ат-тахалиль аль-мабдаия, хаза ляйса файрус куруна. Атипичная пневмония. الالتهاب الرئوي الحاد. الالتهاب الرئوي الحاد. Атипичная пневмония – очень опасная болезнь. الالتهاب الرئوي الحاد مرض خطير جدا. الالتهاب الرئوي الحاد مرض خطير جدا. Вспышка или распространение болезни. Тафашиль марад. Тафашиль марад. Правительство пытается остановить вспышку или распространение болезни. Эль-хукумату тухавулю икафа тафашиль марад. Эль-хукума тухавулю икафа тафашиль марад. Средства индивидуальной защиты. Муиддатуль химаяти шахсия. Муиддатуль химаяти шахсия. Средства индивидуальной защиты на сегодняшний день – необходимая вещь. Муиддатуль химаяти шахсия фи айямина хадихи амрун дарурий. Муиддатуль химаяти шахсия фи айямина хадихи амрун дарурий. Аппарат или аппараты ИВЛ или искусственной вентиляции легких. Джихаз или аджхиза ат-танаффус ас-санаи. Джихаз ат-танаффус ас-санаи. Необходимо увеличить производство аппаратов ИВЛ. Минаддарури зиядату интач эджхизати танаффус ас-санаия. Минаддарури зиядату интач эджхизати танаффус ас-санаия. ВОЗ или Всемирная организация здравоохранения. Муназамату сихха аль-аламия. Муназамату сиххати аль-аламия. Всемирная организация здравоохранения предостерегает молодежь и взрослых от коронавируса. Муназамату сиххати аль-аламия тухаззиру аш-шабаба валь-кибар мин файрус куруна. Муназамату сиххати аль-аламия тухаззиру аш-шабаба валь-кибар мин файрус куруна. Прививка или вакцина. Ликах. Ликах. На сегодняшний день или сейчас нету вакцины против этой болезни. Ляйса гунаке ликахун диддаль марад эль-ан. Ляйса гунаке ликахун диддаль марад эль-ан. Пандемия. Джаиха. Джаиха. Пандемия коронавируса является вызовом для средств массовой информации во всем мире. Джаиха ту куруна тушаккилю тахаддиян
لوسائل الإعلام في كل عالم. جائحة كورونا تشكل تحديا لوسائل الإعلام في كل العالم. كارانتين الحجر الصحي. الحجر الصحي. Карантин в некоторых странах дал положительные результаты. Аль-хаджр ас-сихий лягу натаич иджабия фи бадыль билят. Аль-хаджр ас-сихий лягу натаич иджабия фи бадыль билят. Или можно сказать фи бадыль дуль. На этом все. Будьте здоровы, изучайте арабский язык. Шукран аль-мушахада. Иля-ля-ко.